В Шымкенте число отравившихся мороженым дошло до 200 человек. Из них у 18 выявили сальмонеллез. Несколько пациентов продолжают оставаться в реанимации. 38 человек врачи выписали. По поручению акима области создана специальная группа. Глава региона раскритиковал работу санэпидемиологов и пообещал держать расследование на личном контроле. Напомню, 29-30 марта в Шымкентскую городскую инфекционную больницу стали поступать больные с жалобами на температуру, диарею и тошноту. Все они, по предварительной версии, отравились мороженым, которое продавали в одном из местных киосков. Я ознакомился с состоянием всех пациентов. На сегодняшний день их состояние стабильное. Пациенты получают соответствующее лечение. В больнице достаточно медикаментов и коек. Поручаю усилить график работы Шымкентской городской инфекционной больницы.